12 декабря трагически погиб генеральный директор Шадринского автоагрегатного завода Виктор Александрович Ахулков. Виктор Александрович родился 27 мая 1954 года в городе Шадринске. В 1980 году окончил Курганский машиностроительный институт. После службы в рядах Советской армии работал старшим инженером Шадринского телефонного завода, начальником производственно-диспетчерского бюро Шадринского завода по ремонту тепловозов, затем начальником отдела материально-технического снабжения, заместителем директора по коммерческим вопросам завода «Полиграфмаш». В 1991 году возглавил акционерную страховую компанию «АСКО Шадринск». С 1997 по 2004 годы работал финансовым директором, после чего еще 5 лет коммерческим директором автоагрегатного завода «ШААС». В марте 2009 года Виктор Александрович Ахулков был назначен генеральным директором 2 предприятий машиностроительного комплекса Уральской горно-металлургической компании, акционерного общества «Шадринский автоагрегатный завод» и предприятия «Оренбургский радиатор». Общественная деятельность Виктора Александровича Ахулкова отмечена знаком отличия за заслуги перед городом и званием «Почетный гражданин города Шадринска». Прощание с нашим земляком состоялось 15 декабря. Похоронили Виктора Александровича на Андреевском кладбище.